А ты что думаешь, Джек Николсон? Привет, я Алекс Фарнам, и это Endless News. Обычно вы не думаете о том, что слова «экзотика» и «молоко» сочетаются, но одна фирма доит неожиданное животное. Основанный в 1966 году санаторий Ивана Сусанина является самым известным предприятием по доению лосей во всей России. Но зачем тратить свое время на лося, когда по всему миру есть коровы и козы? В то время как люди не пьют лосиное молоко каждый день, фермеры утверждают, что оно помогает лечить язвы или расстройство желудка. Оно вкуснее и имеет не такой неприятный цвет, как пептобизмол. С большим на 5% количеством молочного жира и удвоенным количеством аминокислот коровьего молока, лосиное молоко содержит фермент лизоцин, который предотвращает формирование бактерий, создающих язву. Его использование в медицине не является чем-то новым. Лосиное молоко было лекарством от различных заболеваний на протяжении 30 лет. Однако, поскольку медицина развивается за последние 50 лет, лосиное молоко стало менее популярным. Санаторий Ивана Сусанина, в котором некогда было более 800 лосей, в настоящее время имеет лишь 30 и полагается больше на туризм, чем на продаже молока. Какое ваше любимое молоко? Дайте мне знать в комментариях внизу. До свидания.